Привет. По просьбе друзей делаю коротенький обзор моего кресла в лодку. Вот так оно выглядит. В общем, простое, надежное. Это удачная модель. Уже второе кресло. Я первый раз я не стал делать обзор, потому что взял более дорогое кресло Шкипер. И, честно сказать, оно мне не понравилось. И я его вернул. Во-первых, кресло Шкипер оказалось более гибкое, что ли, пластик. То есть на нем сидишь, и хотя выглядит более дорого и более солидно, кажется более комфортным, на самом деле нет. Вот сидишь на нем, оно играет. Это кресло прямо жесткое, хорошо. И еще у кресла Шкипер у меня начало протираться мягкая обивка. То есть из-за того, что конструкция мягкая, на волнах, когда прыгаешь, начинает задевать опорную раму, скорее всего, или что-то еще, и начинает протираться. То есть это буквально за один поход случилось, поэтому я сразу же его вернул. Вот. Вот такая конструкция. Эта нога складывается, естественно. Вот тут есть быстрый фиксатор. Снимается, нога складывается. И все убирается. Входит бак 24 литра. Опору я заказывал у Андрея из города Россуш. С первым креслом у меня был комплект вместе с опорой, с рамой под кресло, которое я покупал на Озоне. На Озоне копия, как Андрей говорит, подделка на его раму, которую он производит гораздо раньше, это его конструкцию он придумал. Вот, в принципе, на Озоне рама нормальная, честно говоря. Она, ну, наверное, чуть-чуть менее крепкая все-таки. Это покрепче у Андрея, если заказывать. И сделана она так, конечно, почетче, под конкретную лодку, что у вас не будет. Но если вы там не сильно требовательный и там не сильно тяжелый, то озоновская рама вполне себе мне показалась нормальной. Вот. Ну, рама от Андрея подороже выйдет. Но она покрепче. Вот. И на зоне как бы еще плюс, что вы получаете очень просто это все, и сразу в сборе можно заказать и кресло, то есть ничего не надо прям собирать, и вместе с сумкой даже. Вот. Здесь, конечно, надо будет сумочку прикупить. Вот. Собрать так, в общем-то, несложно, что поворотный механизм кресла и рама, и все готово. Вот, это кресло очень хорошее, рекомендую. Только нужно правильную конструкцию брать. Такие кресла бывают немножко разные штамповки, бывает, говорят, похуже. То есть нужно брать с усилением звезда. Ну, лучше всего, как говорят, брать у Баджера. Мне сказали, что брать лучше у Баджера, поэтому я взял у Баджера, и, в общем-то, у меня вообще никаких замечаний к этому креслу нет. Так что, друзья, вот так.